посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что... Будь проклят, этот человек. Ничего не соображает. Она отправилась в Воронью скалу несколько часов назад и обещала привезти мне свеженьких лютых грибов. А ты как думаешь? Придется срезать их со спригонов? Правда, иногда они продаются у алхимиков. Любимое место спригонов. Похоже, им нравится там собираться. Что-то в воде их притягивает. Они наверняка где-нибудь там. Так что смотри осторожнее. Да, целую жизнь назад. Я была юной девушкой, когда случилось извержение Красной горы. Мастер Нелот уже тогда был стар. Мать посадила меня на судно, идущее в Скайрим. Тогда я его личный миколог. Пусть он вырастил Тельмитрин, но ухаживаю за домом я. Разные виды грибов — это дело моей жизни. С тех пор я столькому научилась. Я? Нет. Это творение мастера Нелота. Меня тогда и на свете не было. Это магия Тилвании во всем своем величии. Он привез побеги из Моровинда. Я его личный миколог. Пусть он вырастил Тель...
удалось ли найти ворону? Хочу выпить чашечку чая. Мертва? Ну вот, опять. Как же она умерла? В последнее время этих тварей все больше и больше. Я так понимаю, тебе придется найти мне нового управителя. Поищи в Вороньей скале. Я внушаю им благоговейный трепет. Думаю, чуть ли не каждый будет рад служить мне. Отличный вопрос. Как только о вакансии станет известно, выбор будет большой. Я думаю, острый ум, отменное здоровье и слепая преданность — вот качество идеального кандидата. О, и еще он должен уметь заваривать чай. А то Улвис всегда его разбавляет. Да, Хермеус Мора хитер. Но и я тоже. В общем, это только слухи о сплетнях. Но я думаю, это то самое место. А теперь поторопись. В этой книге, насколько мы знаем, могут содержаться последние тайны Заркса. У меня заканчиваются сердечные камни. Если у тебя они есть, я бы купил штучку. А если нет, могу рассказать, где их искать. Великолепно. Я его возьму. Вот, возьми несколько септимов. Управитель нужен мне как можно скорее. Но ведь не весь остров покрыт пеплом, знаешь. На севере целый день. Если я могу хоть чем-то помочь, дай мне знать. Угу. Приятно посмотреть, когда идет мужчина вроде тебя. Раз порождение пепла нам открылись, сразу... Боги, вот это шутка! Работать на нело-то! Знаешь, на этом острове... С какой стати мне работать на дом Телвани? Кроме всего прочего...
Нелад ненормальный. Скорее возвращайся. Капитан Билет просто не позволит случиться ничему плохому. Воронья скала без тебя совсем пропала бы. Не... Я не могу оставить Адрила. А он никогда не покинет Ли. А кроме того, я не стала бы работать на Нелата. Говорят, что предыдущие ученицы он сердце вырезал. Мой муж второй советник, так что можешь не сомневаться. Я найду как-то. Если собираешься путешествовать по... Я работаю на Магрур. Если какие проблемы, обратись к нему. Магрул не одалживает деньги чужакам. Обратись к кому-нибудь еще. Я думаю о работе у стоящих камней, как о страшном сне. Добро пожаловать в клуб «Пьяный Нечга». Уехать из Вороньей скалы? Серьезно? И работать на полоумного волшебника Телванни? Договорились. Только вещи соберу. Хотя, пожалуй, не стоит. Куплю себе новые. Я никогда не упускаю таких возможностей. Прости, что я бегу, просто очень тороплюсь на новую работу. Может, Нелад и псих, но все лучше, чем оставаться в Вороньей скале. Добро пожаловать в клуб «Пьяный Неч». Лучшей суджаммы тебе нигде не найти. Так-так, у Адрила завелся шпион, верно? Азура знает, как ему нужна помощь. Он гоняется за уленами уже много лет.